Смотри, это очень важно. Видишь, даже лайканул, скажем так, в закладки вбил очень интересный комментарий, который... И он не одинок, таких довольно много, но этот показательный. Смотри, меня упрекают. Это что-то невероятное. Читаю. Я примерно знаю, кто это пишет по возрасту и по психическому состоянию. Состояние близкое к нездоровому, мягко скажем. Ну ладно, читаем. Людей вот ты возьми и ищи. И не указывай Диме, что ему делать. Три восклицательных знака. Во, главное, смотри. Вы безбожник. Запомним эту фразу. У меня к вам нет ни капли доверия. Диму никогда матом не крыл. Вы подделали его голос. Сейчас все можно подделать. Смотрите на все эти восклицательные знаки. Дима раньше замечания делал Кате насчет мата, но видит, что они не обращают внимания на его замечания. Потом плюнул на это. Помните, что все бумерангом возвращается. Кто-нибудь обязательно на вас грязь лить будет и критиковать вас. Ответы, видите? Я даже особо... А, она, вот эта женщина, ну это явно женщина, да? Она сама себе вдогонку отвечает, пишет следом, еще и изменяет. Видно, волнуется. Так защищает этого бедняжку Диму. Бедный мой ангелочек Дима, тебя защищают. Ой, какое печальное. Ладно. У Димы еще много впереди всего, так что ему нужны будут защитники. Смотри, что пишет. Только лохотроны могут вам поверить. Все это подделка. Его голос и поведение, как вы говорите, за кулисье он другой. За кулисье это ложь и подделка. Это имеет в виду другой канал, который борется с мошенником. Все в кучу. За афериста правду говорят. За кулисье, да. Если что, находите, подписывайтесь. Сейчас и видео можно подделать, только лохотроны этого не знают. Но это она повторяет одно и то же. Подделать можно, но там подделать нечего. Твой Дима, которого ты защищаешь, он просто мошенник, там просто подделать нечего. У него все на лбу написано, и все высказывания, его можно легко ловить на словах и на делах. Так что зря ты распинаешься. Сейчас я тебе скажу, слушаем до конца уж, а там я пару слов вставлю. И, скорее всего, этот видос будет смонтирован кусками, так что ладно. Это вступление только. Противно слушать вас. Не могу до конца. Отключаю ваше видео и дизлайк вам. Ой, как мне жить теперь с твоим дизлайком? Это, конечно, очень печально. Ну, и даже не знаю, это хорошо или плохо, что вот таким вот попадаются в рекомендациях наши видосы. Наверное, все-таки хорошо. И теперь возвращаемся. Смотри, меня клеймит, обвиняет. Вы безбожник. Серьезное обвинение. Насчет этого вы безбожник. Будет отдельный видосик, я короткий, скажем так, сделаю. И я время, и я лично попробую показать и доказать. На примере меня и твоего Димы. Кто из нас божник, безбожник, кто верующий, кто неверующий? Ты увидишь, на чьей стороне Бог. Так что, вообще-то зря ты Бога приплетаешь сюда, но если на то пошло, ждите, как говорится, дополню. Вот на этом мы остановились, да? Что ж, дополняю. Смотри. Акцентируем внимание на этом слове. Она, смотри, упрекает меня. Безбожник. Да, конечно. А ты божник. Сейчас в конце ролика я вернусь к этому. Отвечу ей цитатой из Нового Завета. Давай. Смотри, пару комментов довольно важных прочтем. Разогнался
100 000 на олигофренов тратить. Он и создал канал для посмешища больных людей, чтобы были просмотры и капали деньги на карту ему. А он похлебки наварит им ведро. Они и рады. О, мошенник Димон машину купил, дачу покупает. И так во всем имеет по полной своих кур. Маниакальных, не знаю, ладно. Это уже его дело. Давай еще что-то. Смотри, о, важный, смешной. И смешной, и грустный одновременно коммент. Пока кучинские пенсионерки пишут, что Катька писать и считать не умеет. Они там все болявенькие инвалиды. Да, я заметил, что у него подписчики... Ну, не подписчики. Там и гендерный убор делается. Я заметил, что они этот, в основном женские. Очень настырные, гневные, злые комментарии. Они своими злыми комментариями думают меня задеть. Видно, реально думают как-то меня оскорбить. Ну что ж, попытайтесь. Может, я над вами посмеюсь. Еще, как говорится, будет повод. Запишу что-нибудь. Ну а пока давайте, смотрите, что говорит. Катька тем временем интернет освоила. И с мужиками в соцсетях общается. А куча ей платит за то, чтобы она убиралась в своем доме. Да, Катька умнее многих своих подписчиков. Конечно. Пока те ко-ко-ко, да. Реально, ко-ко-ко сидят в комментах и изливают говно какое-то, написывают, какие-то свои писюльки пишут, писатели. Они думают, что как-то повлияет их комментарий, на что-то повлияет. Если он не влияет там ни на что, то уж на меня ваши комментарии тем более не повлияют, хотя пытайтесь, пишите, бабульки, я с удовольствием выслушаю вас. Может, некоторых даже прочитаю особо смешных. Катька всех имела вместе с блогерами. В том-то и дело, ей много не нужно, видите, наша. Этот ролик, кто хочет, посмотрите, как она у нас тут голосовухи оставила в чате. Что там дальше еще? А, это уже это наша. Совершенно случайно увидела ваш канал. Очень понравилось, вы не глупый человек. Самое страшное, в канале все в кучу идиоты-подписчики. Да, помогают семье идиотов. Абсолютно верно. А Димуля Зотов или Зон, я считаю, умница. Он как дети капитана Шмидта, как МММ. Гермес, Властелина и прочие. Ну, видите, да, в каком-то смысле. Но это до поры до времени. Я сказал, что рано или поздно все заканчивается. Вот эти все вышеперечисленные, вот эти МММы, как вы знаете, все это закончилось. И он закончится просто. Вопрос времени, когда это произойдет. Сидеть, рубить бабки. Умница. И мы, сердобольные россияне, отдаем последнее из своей мизерной пенсии 15 тысяч. Ну да, у кого как. У кого 14, у кого 15 в среднем. И очень нам жалко эту семью. Смотрим и слезы рукавом вытираем. Пожалейте себя. Купите на эти деньги себе грушу или банан. Извините за долгий комментарий. Я его тоже смотрю и постоянно пишу длинные комменты. Зря, зря. Тратите время и, как говорится, только пользу ему делаете. Видите, это старый комментарий. 8 февраля. И, кстати, вот теперь зайдем и ответим этой вот. После вот таких комментариев я не все прочел. Там еще есть довольно интересные умные комментарии. После всего вот этого, как думаешь, вот эта тетка, которая пишет, и она не одна, типа, безбожники, вы смеетесь над инвалидами и всякое такое. Бог накажет, или Бог покарает, или как-то там бумеранг аукнется вам. Вы думаете, Бог меня покарает за то, что мы высмеиваем и смеемся над мошенниками и говорим, что они мошенники-аферисты? Вы думаете, Бог на стороне аферистов? Вы очень сильно ошибаетесь. Давайте, вот смотрите, я вам заскринил. Ознакомьтесь, кто не в курсе, довольно важный отрывок.
Может, кто-то что-то поймет. Смотри, не судите. Да, потому что Бог, как говорится, видит сам все. И если я или мы сидим, смеемся или шутим как-то, это не значит, что мы как-то говорим, ну, скажем, не подразумеваем, что у нас это как бы и юмор. Юмор, Бог и вся вот эта вот приплетать Бога, это последнее дело. Если вы сами не можете, как говорится, объясниться, и у вас аргументы слабые, вы начинаете какие-то цитаты из Библии втирать. Тут особенно вы любите втирать, что вот не судите, да не судимы. Вы хоть знаете, откуда это и из какой главы? И вообще, зачем это вы? Я вам говорю, что вот, видите, мы можем устроить соревнование и проверить через время, на чьей стороне Бог и правда. На стороне мошенника, вот этого, который тут, видите, устраивает кидалово. Ознакомьтесь, прочитайте некоторые. Там есть ролик, который я... Ну, давайте, я паузу нажму. Паузу нажму. И продолжим. А, вот смотри еще. Даже целый видосик отрезал. Смотри. Ну, это типичный комментарий. То, о чем я говорил. У них все слова как один в один. И вот человек отвечает. Довольно грамотно. Над ними Димасик уже четвертый год прикалывается. И ничего. Да. Зрителям нравится. Другое дело, что Зонов это делает завуалированно, как бы под предлогом помощи. Но это не все в не все в состоянии понять, да, что именно он вытворяет и чем аукнется это. Скорее всего, да, это скорее ему аукнется, чем кому-то из нас, кто якобы, они говорят, мы прикалываемся. Нет, мы изобличаем аферистов и мошенников и лгунов, как этот твой Димасик. Зона выставляет на всеобщее обозрение, соответственно, на посмешище. Меж тем эти люди еще больше деградировали, даже хуже стали говорить, благодаря помогатору Зонову. Давай, что там сказали? Кстати, я тут ответил что-то, да? Давай посмотрим. Ну-ка. Когда Катька на качелях качалась, показывал промежность Катьки. Крупным планом брал. Видите, вот кто у него сидит на канале и смотрит такое. Панталоны грязные, развешанные. Причем эта женщина все смотрит. И они сами смеются, издеваются над этой Катькой. Я уже говорил как-то не раз. Посмотрите мои прошлые видосы. Выставлял на всеобщее обозрение. Этим куча и зарабатывает, да. Но это все временно. Наша задача обрубить ему этот позорный заработок. Смотри, что там это? Куда вы смотрите? Я этого не увидела. Смотрите, не увидела. Видно плохо со зрением у дамы. Не судите. Вот, видите, это то, что я говорю. Они цитатами иногда из Библии что-то там услышали. Хотя они даже не знают, что это из Библии, наверное. И смотрите, что я отвечаю. Опа. Ну так и скажи, куча, пусть оставит их в покое и будут жить, как хотят, без его помощи. Нет, там же эта сестра сделала себе канал. Вот и куча тоже мог бы как-то сказать, что сделаю канал вам и живите, как хотите. Если бы он реально хотел помочь, он бы им сказал. Делаю канал и оставляю вас. Дальше вы зарабатываете, собираете донаты сами. Но он же этого не говорит. Ему это невыгодно. Ему нужно ходить, выставлять их на посмешище и зарабатывать на этом деньги. С этих вот роликов, которые он везде выставляет. Все в мире видят это позорище. Таким образом, он этот и имеет с них, скажем так, финансовую прибыль. Поэтому давайте я вам видос покажу еще с этого канала своего, где мы этот
кто захочет, посмотрит. Почитайте комментарии, сами найдите. Умные комментарии наверняка увидите. Если что, даже каналы другие могу рекламировать. Я уже делал, там есть два канала, как бы. Если что, и другие чаты есть, заходите, поэтому. Зонову, Димасику, если что, есть, говорите, показывайте, рассказывайте. Нужно донести до людей. Чем больше информации, тем лучше. Как говорится, обращайтесь. Там продвижение. Ну вот, смотрите, смотрите. Это на моем канале. Кто хочет, посмотрите обзор данного мошенника. И почитайте комментарии. И вот, видите, канал вот этот вот. Еще раз порекомендую. Закулисье найдите. Если что, подписывайтесь. И, как говорится, вот, почитайте комментарии людей, кто пишет. Это люди, как говорится, сведущие, знающие изначально, которые смотрели. Они знают, что мошенник — это мошенник. Поэтому, как думаете, кого Бог покарает? Нас, здравомыслящих, или этого вот, вашего кучу? Как бы мы тут не шутили, вот, вот, видите, да, Катя, вот это Катя. Но это не имеет большого значения. Это просто юмор. Юмор и мошенничество. Все-таки в юморе больше пользы, чем в обмане людей. Поэтому не стоит гнать уважаемые и неуважаемые эти вот дамы. Думайте, что пишете. Я сказал, что я в этой теме, как говорится, задержусь. И вот, прослежу, чем эта куча закончит свою деятельность. Это одна из моих задач, так что смотрите сами, впереди еще много интересного. Ну а пока ладно, увидимся в будущем.